Наш предновогодний праздник в самом разгаре. Напомню вам, что он продолжится и после наступления Нового года. Сразу после полуночи все звезды ждут вас на голубом огоньке на Шавловке. Не зря говорят, что астрологи могут предсказать будущее по звездам. А у нас сегодня в гостях совсем маленькие звездочки, можно сказать, будущее нашей эстрады. Самый юный и самый трогательный дуэт, прекрасно выступивший на детском Евровидении. Маша и Настя Толмачевы. Победительницы детского конкурса Евровидения 2006 Маша и Настя Толмачевы. На перекрестке постовой суд.